Когда проходят годы, это не только со мной, это со многими людьми, которые теряют близких. Какие-то печали, какие-то, может быть, недоразумения, какие-то обиды. Все это уходит, потому что сказано апостолом Павлом, что любовь не перестает быть. У любви есть смерть без смерти. У любви на все есть силы. Но тебя утащат черти, если ты меня забыл. Для окружающих-то его нет давно, но все равно этот человек в тебе присутствует, а для других-то его нету, а для меня он есть. Вот и все.